для новых встреч. Итак, всем привет, с вами я, Дружина. И сегодня я буду играть такую игру, которая называется «Нарисуй графью в картон чапаты». Попишем. Тихо! Я вас так понимаю, молодую девочку. Ты же не простужен. Ошибаетесь, я простужен, но я приняла комплекс. Комплекс со вкусом лимона и витамином С быстро облегчает симптомы простуды и... Это простуда? Прекрасно понимаю. Согревает быстро, действует долго. Что это за пальцы? Бессонница. Я полагаюсь на современный рецепт и выбираю диамант. Спрашивайте диамант в аптеках и магазинах. Дело. Это что для него, типа солнце получилось. А теперь нажимай анимейт. А это неплохо, знаете, мне нравится, кстати. Что такое желтенькое? И стройки ко мне ползают у моего кулинарного шипога. Да, надо ему еще в блоке нарисовать. Сзади, как будто я вот так вот сделал сзади. Как будто я ему кепочку сделал. Такой радостный. Я Это моя насыгравка. Начнем с головы. Ой. Я думаю, она будет. Тогда это будет. Губки. Так, зачем мы как-то кепочку не взять? Кепочка. Шляпа, допустим, шляпа. Ну, не взять. Пришел. Так. Очки. Очки, мы тоже. Моя глубокая ошибка, что я не посоветовался с вами и с другими.
посолами нашей республики. Раз, два, три, и потом я ему объясняю, четыре, говорю, пять. Ты знаешь, что на самом деле какая пять. Ситуация? Я 9 лет прожил в Сирии, и я знаю, то, что там творится. Большинство, 90% посол были против этой революции, против этого митинга. Я забыла, Если пока!